Я хочу, во-первых, сказать, что эти впечатления для меня совершенно неожиданные. Я впервые на такой конференции и удивила очень много вещей, даже потрясло, можно сказать. Ну, во-первых, действительно, события не только, вот, как мне представляется, в жизни вот, офтальмологического сообщества, но это события вообще в жизни медицинского сообщества, поскольку вот офтальмология очень быстро развивается, о чем я сегодня узнал, ну, в общем, более, так сказать, конкретно, появляются все время новые технологии. Это ну, не просто высокие технологии, это вообще, можно сказать, космические технологии, что-то от космоса есть в этом, это совершенно удивительно. И все это стремительно развивается. И обязательно ежегодные конференции, которые носят прежде всего, конечно, образовательный характер. Прекрасная организация, очень много людей, что особенно приятно. Это, я так думаю, что это представители всех регионов нашей огромной страны. Очень приятно, что серьезнейшее представительство не только ближнего зарубежья, как у нас принято говорить, не только бывших республик, и, конечно, это приятно, но очень много врачей из Америки, из Индии, из Израиля, из Германии, из Бразилии, целая секция была, то есть такое серьезное международное участие. Это тоже очень важно. Это показывает, что наша офтальмология, офтальмология российская, офтальмология МНТК – это ведущая в мире. Оно занимает одно из лидирующих мест в мире. И вот сегодня мы убедились, каким интересом смотрели прямые трансляции из операционных. На меня это произвело тоже глубокое впечатление. Я, конечно, не офтальмохирург, не занимался хирургией глаза, и поэтому трудно сравнить, что было и что стало, но вот то, что я сегодня увидел, на меня произвело глубокое впечатление. Ну и, конечно, вот дух вот, института, вот здесь, особенно в кабинете, в мемориальном кабинете академика Федорова, конечно, эта атмосфера очень приятная. Ощущаешь, что все это организовывал гениальный человек, и который на много лет вперед предвидел развитие офтальмологии, который смог не просто предвидел, а смог организовать. Это вот напоминает Королева, то, что он сделал вот в другой отрасли, тоже сделал академик Федоров вот в медицине, в офтальмологии в частности. Охватывает чувство гордости, да, что вот именно российская офтальмология взяла такую высокую планку и держит ее много лет. И очень хочется пожелать, чтобы в наше непростое экономическое время, чтобы вот эту высокую планку ни в коем случае нельзя снижать. Я хочу всем врачам, всем хирургам, всем офтальмологам и всем участникам конференции пожелать ну, здоровья, удачи и движения вперед, и сохранения вот этих вот позиций, лидирующих мировой офтальмологии. Потенциал колоссальный. Люди прекрасные, люди высокообразованные, люди, которые обладают огромным потенциальным, не только потенциалом не только практической хирургии, но и научным потенциалом, которые действительно двигают офтальмологию вперед. Коллектив замечательный. И всему коллективу я хотел пожелать успехов.